В Московской области, в том числе и в Ленинском городском округе, стартовала акция «Коробка храбрости». Ее инициаторами стали сторонники партии «Единая Россия» совместно с региональным партийным проектом «Добрая комната». Благодаря единороссам добрые комнаты появились во многих поликлиниках Ленинского округа. Здесь юные посетители медучреждений могут с пользой провести время и отвлечься от больничных забот. Акция «Коробка храбрости» направлена на сбор канцелярских принадлежностей, игр, альбомов для раскрашивания, книжек и других призов за смелость маленьким пациентам. Одним из первых в ней принял участие депутат Московской областной думы Владимир Жук. Самое главное, что эта акция получила большое распространение. Мы видим, на разных территориях очень много людей участвует. Поэтому хотелось бы призвать всех, кто неравнодушен, тоже принять в ней участие. И вот такие игрушки, канцелярские товары, игры – тоже приносить в местное отделение партии. Принять участие в акции «Коробка храбрости» может любой желающий. Марафон добрых дел партии «Единая Россия» продолжится организацией сбора подарков к Новому году для детей участников специальной военной операции. Так что почувствовать себя немножко Дедом Морозом сможет каждый. Адрес общественно-приемной партии «Единая Россия» – город Видное, улица Школьная, дом 17.